Эфир телеканала Freedom продолжается, и далее будем говорить об экономике. Ярослав Жалила, доктор экономических наук, с нами на связи. Здравствуйте. 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 Страны Евросоюза могут заморозить активы российского Центробанка на неопределенный срок. Об этом пишет Bloomberg. Это нужно, чтобы гарантировать обеспечение для кредита Украине на 50 миллиардов долларов. Но есть другой вариант. Продлить эти ограничения до 18, 24 или 36 месяцев. Сейчас же продлеваются вот эти санкции каждые полгода. А как думаете, какой вариант будет наиболее вероятен в этой ситуации? Ну, здесь трудно что-то судить, потому что это сугубо уже политические процессы, которые происходят внутри Европейского Союза. И думаю, что гораздо проще убедить все страны ЕС принять какую-то временную заморозку, нежели, скажем, какое-то радикальное одноразовое решение. Увы, нужно понимать, что пока еще Евросоюз недостаточно един в том понимании того, что ну, как бы, нынешняя Россия, нынешний российский режим обречен, и здесь нужно принимать радикальные решения. Поэтому я предполагаю, что здесь больше будет какой-то такой определенный срок решения. То, что эта дискуссия продолжается, как она может повлиять на решение предоставить нам эти деньги, 50 миллиардов долларов, насколько это может затянуть этот процесс? Ну, насколько я понимаю, сейчас, в общем-то, определенность по поводу того, что Украина будет получать вот эту макрофинансовую помощь, рассчитанную на длительную перспективу, оно принято. То есть, раз оно принято, значит, соответственно, источники финансирования будут формироваться, будут изыскиваться. То есть я не думаю, что дискуссия, даже если она будет сколько-нибудь длительной, она каким-то образом повлияет на поступление денег, тем более, что вот недавно очередной транш мы получили. Поэтому мне кажется, что здесь скорее все-таки политические процессы внутри Европейского Союза, невзирая на председательство Венгрии, представители стран ЕС, в общем-то, выступают за то, чтобы вот эти как бы локальные политические настроения, они не повлияли на общую политику Евросоюза, которая направлена на всестороннюю поддержку Украины. Давайте о ситуации в России поговорим. Из России снова запретили вывозить бензин после роста цен. На оптовом рынке с начала июня бензин АЕ-95 ценники взлетели на 44%. Возник дефицит. А какие основные причины скачков цен и дефицита? И, по-вашему, что будет дальше? Ну, дефицит, понятно. Это связано, во-первых, с тем, что после ряда успешных атак на нефтеперерабатывающие заводы объем производства заметно уменьшился. Плюс надо понимать также, что военная компания, которая захватническая, которую ведет Россия, она тоже требует больших расходов топлива. Это военная техника, она очень прожорлива в этом смысле. Поэтому, естественно, снижение предложения и повышение спроса приводит к тому, что возникает дефицит. Плюс летний период, я так понимаю, что активизируются поездки, что тоже повышает спрос. В общем-то, ситуация, когда прекращается экспорт, она же ведь не впервые, действительно, вы вспомнили, что раньше это уже было. Вот я думаю, что в дальнейшем все будет зависеть от того, каково будет состояние нефтеперерабатывающей отрасли России. Ресурс-то у нее есть, имеется в виду нефть. Что касается НПЗ, насколько, скажем, им удастся, во-первых, сохранить имеющиеся, во-вторых, восстановить разрушенные. Но тем временем Российская Федерация пытается найти рынки, чтобы нефть сбывать. И получается, что Путин подарил Китаю 18 миллиардов долларов за счет скидок на нефть. Эту цифру назвал глава Роснефти Сечин. И он заявил, что экспорт в Китай хотят увеличить. То есть будут дальше продавать по тем ценам, которые хочет Пекин. В чем выгода тогда для России? Ну, нужно понимать, что для России экспорт нефти всегда был очень мощным источником для финансирования национальной экономики, причем как тех структур, которые непосредственно занимаются добычей и продажей нефти, так и государственного бюджета. Поэтому в ситуации, когда экспорт нефти благодаря санкциям резко усложнился, найти любые рынки сбыта – это уже как бы вопрос выживания для многих структур
нефтяного бизнеса, и это вопрос, в общем-то, поступления валютного ресурса в страну. Вот поэтому даже с учетом вот этого дисконта, даже с учетом неблагоприятных условий, экспорт в Китай осуществляется. Ну а Китаю, со своей стороны, разумеется, это очень выгодно, потому что страна развивается, страна с очень большими пространствами, страна, которая активно автомобилизируется, и поэтому спрос на топливо там достаточно высок, им этот ресурс нужен. И им, разумеется, это вот один из примеров того, как Китаю очень выгодно такое как бы падение, ухудшение нефтепереработки в России, рост санкций по отношению к России, что вынуждает Россию все больше втягиваться в такие, прямо мы сразу видим, что асимметричные экономические отношения с Китаем. То есть живой пример того, как постепенно Россия все больше и больше превращается или обретает статус такой себе колонии Китая. А Россия может себе, да, позволить вот такую скидку? Потому что 18 миллиардов звучит довольно много. Ну, если нет другого выхода, то, повторюсь, здесь же важно что? Чтобы нефть реализовывалась, а в условиях уменьшения нефтепереработки, в условиях ухудшения возможностей экспорта ее по стандартным путям, тем более в последнее время ужесточились также требования в отношении танкеров, которые как бы под третьим флагом, которые перевозят российскую нефть, то любые пути сбыта этого ресурса, они, ну, скажем так, России в чем-то выгодны. Выгоднее, чем вообще не продавать. Потому что ресурс нужен, ресурс воюющей стране нужен, ресурс для нее всегда был традиционно важен. Что продавать что-либо более ценное и более высокотехнологичное, но для этого ведь нужна соответствующая экономика, которая, с которой здесь проблема. Накануне у клиентов крупнейших российских банков возникли проблемы с онлайн-банкингом и цифровыми услугами. И вот украинские СМИ пишут, что это была кибератака, которая организована украинской разведкой, и она парализовала банковскую и платежную систему РФ. Кибератака затронула мобильных операторов тоже. Вот как такая масштабная операция может повлиять на банковскую и платежную систему в России? Ну, в краткосрочном периоде мы понимаем, что определенное торможение операций, естественно, длительным этот провал не будет, то есть восстановление произойдет. Я думаю, что здесь, во-первых, это очередное напоминание жителям России о том, что идет война, и эта война касается каждого. И второе, разумеется, это определенное дальнейшее ухудшение доверия к российским банкам, понимание того, что они ненадежные клиенты, ну, в том числе и потому, что они могут попасть под кибератаки. Хотя, прежде всего, конечно, они являются токсичными клиентами, потому что они находятся под санкциями, они финансируют войну. Один из последних европейских банков в России объявил о планах свернуть работу. Речь об итальянском банке UniCredit. Его дочка UniCredit Bank в следующем году планирует кратное сокращение всех операций на российском рынке. Это все из-за давления Европейского центробанка? То есть санкции работают? Ну, санкции, безусловно, работают. Мы видим, насколько активно вышло из России подавляющее большинство не только европейских, а уважающих себя компаний по всего мира. Вот. То, что определенные компании, вот, в частности, та же дочка UniCredit оставалась, говорит о том, что все-таки существуют довольно серьезные экономические, устойчивые экономические отношения между Россией и частью стран Европейского Союза. Италия традиционно была активно связана с Россией экономическими контактами. Но рано или поздно, если компания хочет сохранить себя на цивилизованном рынке, ей нужно принимать решение. Все-таки она собирается получать неправомерную экономическую выгоду, которая, в основе которой агрессивная политика России, или же она будет работать в цивилизованной правовой среде. И вот то, что мы видим сейчас в UniCredit, это очень такой показательный пример. Еще о жизни россиян хочу поговорить. Росстат объявил, что в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду. Но при этом 11% не хватает на одежду. Еще половина россиян могут себе позволить еду и одежду, а вот ну, холодильник, например, или другие товары длительного пользования уже не могут. А еще треть россиян хоть холодильники смогут купить, но вот на квартиру или машину не насобирает. Это и есть вот то
пресловутое повышение благосостояния россиян, о котором говорил Путин? Потому что, ну, просто если суммировать вот эти все цифры, данные Росстата, то нормальную жизнь себе могут позволить меньше 3,5% населения. Ну, здесь все должно познаваться в сравнении. К сожалению, у нас нет сейчас информации о том, что, допустим, было там год назад, особенно до начала полномасштабной войны. Поэтому нужно смотреть на динамику. В принципе, статистика всегда очень лукавая вещь, то есть ее можно соответствующим образом представить и интерпретировать. Мы видим, что, в общем-то, ну, скажем так, у России достаточно денег для того, чтобы финансировать значительную часть своего населения. Более того, мы знаем, что благодаря, слово такое не очень, может, корректное, благодаря тому, что многие сегодня из жителей этой страны гибнут на фронте, и, соответственно, их семьи получают какие-то дополнительные доходы, там пресловутые вот эти лады и все прочее. Здесь, может быть, даже повышение благосостояния определенной части населения будет происходить вот по этой причине. А, соответственно, и увеличение расслоения, потому что деньги-то нужно откуда-то брать для того, чтобы финансировать операцию. В последнее время была информация о том, что повышается, по крайней мере, обещание выплачивать больше денег тем, кто призывается в российскую армию, идет на войну, и, соответственно, эти деньги тоже нужно откуда-то брать. Вот такое расслоение, когда одна часть может получать больше, а другая, у другой части эти ресурсы забираются, это характерная ситуация для войны. А что касается вот изменения благосостояния, то, конечно, нужно смотреть сравнение. Не может улучшаться благосостояние общей нации, если очень большая доля национального продукта фактически сжигается путем ведения войны. Это экономический закон. Ну вот тот же Росстат, кстати, говорит о том, что и резкое замедление роста российской промышленности случилось. Вот говорится, что в июне темпы роста промышленного производства замедлились практически втрое, и это самый низкий показатель за последние более чем за год, за 15 месяцев. Это все потому, что вкачали триллионы в ВПК, а все остальное теперь получается в режиме стагнации? Ну, здесь действительно вопрос распределения ресурсов. Опять-таки, информация озвучивается и российскими официальными, так называемыми, лицами, и в наших СМИ, она, в экспертной среде она присутствует, о том, что у них очень мощно развивается, именно расширяется именно военное производство. То есть вооружение, сопутствующие товары и так далее. Разумеется, для всего этого нужны ресурсы. Ресурсы, вот мы в начале разговора вели речь о бензине, ну вот это пример того, да, как ресурс может перераспределяться, если он больше нужен для ведения войны. Точно так же и для производства других видов продукции экономика и может производить определенное ограниченное количество, там, условно, стали, там, каких-то полимеров, ну, и оборудования для оснащения военной техники. И все это откуда-то должно браться. Поэтому понятно, что в других секторах может ощущаться нехватка подобных вещей, тем, подобных комплектующих товаров, сырья, тем более, что из-за санкций Россия гораздо сложнее покупать это на внешних рынках. То есть это ограниченность ресурсов, переток может приводить к тому, что ряд отраслей будет заметно увеличиваться, заметно расти, в то время как другие будут стагнировать. Я думаю, что в целом мы видим это на общем показателе промышленности, что как бы эта игра не только с нулевой, но даже с отрицательной суммой, когда в целом экономика от этого страдает. В том же Росстате, если мы уже затронули его, там отчитались снова-таки, что авиаперелеты эконом-классом подорожали на 31% с начала года. То есть, получается, уже и летать в России не только небезопасно, как мы видим, но и дорого. Что вот ждет авиаотрасль России далее? Это закономерно, поскольку цена топлива растет. Причем авиационное топливо — это не бензин E92, это все-таки более серьезное топливо, соответственно, оно требует более высоких технологий и так далее. Плюс проблема поддержания самолета в работоспособном состоянии, возможно, даже дефицит летающих самолетов из-за нехватки комплектующих, которые в большой степени производятся именно в странах, которые ввели санкции против России. Разумеется, это все повышает себестоимость перевозки. Россия большая страна, то есть они вынуждены
поддерживать очень разветвленную сеть авиаперевозок, иначе просто не будет достаточной связности. Но повышение стоимости, конечно, будет уменьшать мобильность населения. И это закономерный, опять-таки, процесс. Ну, невзирая на то, что вот мы здесь говорили, я говорил о важности перелетов, тем не менее нужно понимать, что авиационные перелеты все-таки дорогой вид транспорта. И ну, далеко не каждый россиянин может себе позволить пользоваться этим, по крайней мере, достаточно часто. Поэтому, наверное, будут пересаживаться на поезда. Давайте поговорим об Украине. Теперь послы Евросоюза одобрили транш макрофина для Украины на более чем 4 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility. Это еще надо решение Совета Евросоюза. Какие условия Украина выполнила уже для этого, чтобы получить этот транш, и на что может потратить деньги? Ну, под Ukraine Facility разработан специальный план. Он был утвержден на уровне Европейского Союза в мае. И в рамках этого плана существует этапность, поквартально буквально, что мы должны сделать, какие решения принять, какие действия совершить. Вот в частности, по второму кварталу, из таких знаковых вещей, да, была информация о введении цифровых инструментов на таможне, о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Кроме того, был принят ряд документов, касающихся термомодернизации зданий, касающихся участие Украины в климатических и экологических планах Европейского Союза. То есть вот ряд таких программных документов был тоже принят. Повторюсь, это поэтапный план, который касается очень длительной перспективы. И в рамках этого плана постепенно Украина должна принимать решения по включению в общеевропейские тренды развития. Вот, кстати, это очень такой показательный, не будем говорить аргумент, потому что аргументы здесь, наверное, не требуются, но пример того, что, за что Украина сегодня ведет войну и почему, за что, как сказать, Украину поддерживают в этой войне. Главная цель – это помочь нам сформировать современное европейское демократическое общество, включенное в решение глобальных, в частности, европейских проблем. То есть Украина не рассматривается как орудие против России, как это преподносит российская пропаганда, а наоборот, основная поддержка сегодня оказывается именно чтобы помочь нам сформировать такое вот современное эффективное общество. Ну а деньги направляются пока, это макрофинансовая помощь, она направляется на финансирование государственного бюджета. В рамках бюджета в том числе будет предусмотрена реализация тех программ, о которых вот мы говорили. А сможет ли Венгрия на Совете ЕС заблокировать это решение? Потому что вот накануне глава МИД этой страны Петер Сиярто заявил, что Венгрия будет блокировать другую помощь. Это речь о 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Ну вот шантаж, пока Киев не разрешит российскому «Лукойлу» транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом неоднократно говорилось, что Венгрия будет постоянно использовать любые поводы для того, чтобы шантажировать Европейский Союз и выбивать для себя определенные преференции. Здесь это очень понятно, потому что венгерская экономика, которая сформировалась ее в нынешнем виде, и венгерский политикум, они не могут без преференций. То есть им нужны эти преференции. Именно поэтому, собственно, они и не оторвались от России, потому что они не сформировали самостоятельной экономики. Поэтому такие торги все время будут. Будут ли они по поводу макрофина? Ну, я думаю, что нужно будет смотреть. Я думаю, что гораздо более важно здесь для Венгрии, они это прекрасно понимают, что и для Украины, точнее, гораздо более важно именно поддержка в рамках Европейского фонда мира, потому что это поддержка на приобретение вооружения военной техники. То есть, возможно, они на этом сосредоточатся. Хотя, повторюсь, любой повод торгов явно будет использоваться. И когда принималось решение о европейском макрофине и выделении вот этого общего транша в рамках Ukraine Facility, то эксперты, аналитики предупреждали о том, что решение о этапном выделении, оно с одной стороны подталкивает Украину к тому, чтобы мы все-таки приняли план и затем отчитывались о его выполнении, это важно. Но с другой стороны, это, увы, провоцирует к вот подобным политическим торгам. Но будем надеяться, что Европейский Союз найдет достаточные аргументы для того, чтобы, как и было в предыдущие разы, сопротивление Венгрии преодолеть.
Давайте еще о таком поговорим. Украина увеличила объемы экспорта зерна, и сейчас ежемесячно в среднем экспортируется 7 миллионов тонн. Это больше, чем в прошлом году, говорят аграрии, и большая часть экспорта приходится как раз на Черноморский зерновой коридор, который возобновил свое функционирование в другом формате, без России. Потом Дунайский есть логистический путь, потом уже идут железнодорожные, автомобильные перевозки. Вот увеличение объемов экспорта, как помогает украинской экономике, оно является значительным. И есть ли, по-вашему, потенциал нарастить объемы еще больше? Маленькая поправка. Понятие Черноморского зернового коридора все-таки уже ушло в прошлое. Сегодня, благодаря действиям сил обороны при поддержке международных структур в сфере безопасности, удалось существенно расширить возможности прохода коммерческих судов по Черному морю. То есть там не только зерно, там и руда, и другие грузы. То есть это уже не Черноморский зерновой коридор. Что касается экспорта зерна, конечно, на сегодняшний день, по крайней мере, по данным прошлого года, около 50% нашего экспорта это были доходы от экспорта зерновых продуктов, зерновых и масличных продуктов. Поэтому, конечно, это для украинской экономики сегодня очень важно. Особенно учитывая, что сейчас как раз, поскольку начинается активный сбор, уже начался активный сбор нового урожая, необходимо освободить мощности хранения полностью от зерна предыдущего урожая, поэтому здесь часто распродаются именно остатки прошлого года. И критически важно, чтобы мы могли сейчас активно вывозить это зерно, чтобы было куда складывать новое. Это очень важное направление. И действительно, львиная доля сейчас идет через Черноморские и Дунайские порты. Мы видим, что и Россия это понимает, поэтому в последнее время снова пошла информация о атаках и на Одесские порты, и на Дунайские порты. Кремлинская война продолжается. К счастью, сейчас силам обороны удается, в общем-то, в этой войне побеждать и налаживать все более и более активное коммерческое судоходство по Черному морю. Ярослав, спасибо вам большое, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру и за этот разговор. Ярослав Жалило, доктор экономических наук, был с нами на связи. Спасибо.